Про розподіл X-категорій між суддівською четвіркою фантазує і Вікторія. В ролі майбутнього наставника цю рішучу дівчину абсолютно задовольнить Ірина Дубцова. А все тому, що у Вікторії з Іриною є один спільний друг. І не абихто, а поет-пісняр Ілля Резнік. Більше того, саме легендарний маестро відкрив співочий талант дівчини. Вона пела, а він йшов як-то. Вона все время поет. Он и шел, и увидел ее, и зашел во двор. А потом пригласил гостей. Вот. У нее очень хорошая, красивая жена Ира. Вот, собака Черри такая вот, Коли. Вот, красивая тоже. Вот, и мы как бы сели у беседки, вот, и начали разговаривать. Он говорит, ну ты можешь что-то мне спеть? То есть я спела «Титаник». Вот. И он сказал, что ты, говорит, необычная, у тебя необычный голос, говорит. Он мне подарил одну народную песню. Ну, как бы написал и подарил, говорит, ну, на, говорит, это тебе вот. Шляхи маестро та відкритого ним дарування розійшлися. Де шукати нового наставника Віка знала, напевно, на X-Factor'і. Така підопічна, як вона, якщо не Дубцовій, то комусь з чоловічої команди точно згодиться. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Добро пожаловать к нам. Давайте знакомиться. Давайте. Меня Анна зовут. Очень приятно. Вики Барсуга, я мама. Вы Викина мама? Да. Откуда вы приехали? Мы с Винницкой области приехали. Винницкой области. Викуля как? Боец? Держится? Держится. Ничего, такая атмосфера ее не наэлектризовала еще? Нет, еще нет. Здравствуй, Викуля. Проходи к нам. Мама сказала, что ты молодец. И мне тоже очень приятно. Мне тоже приятно. Расскажи мне, где ты работаешь, учишься? Я учусь на менеджера турфирмы, да? Второй курс. Почему такие холодные руки? Чуть-чуть волнуюсь. Чуть-чуть, да. Но совсем капельку. Да. Так, ну смотри, мы с мамой здесь стоим и волнуемся еще больше. Так что ты нам оставляй свое волнение. Хорошо. Хорошо? Хорошо. И давай, получи удовольствие и порадуй нас. Хорошо. Пожалуйста. Сюда. А микрофон? А там. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Вы волнуетесь? Немножечко. Вы прям такая вся вот... Или вы, в принципе, такая вся манерная? Чуть-чуть. Вы уже индианка, видимо, да, Вик? Да, мне очень просто нравится индийская культура. Вот. Вы уже выступали на большой сцене? Нет, на большой нет. А что вы хотите спеть? Песню индийскую «My Dils Goes». Это означает «Мое сердце идет». Пойте. Спасибо. Она знает вообще много песен. На 30 песен знает на иностранном языке. Стоп. Я ничего не разумею. Жодного слова не разумею.
принципі, не дивно. Ну, я можу вам перевести, о чому ця пісня. Не треба мені. Я так зрозумів, що пісня про веселу дівчину, у якої все нормально. Нет, это песня про двух людей, которые живут вместе, да. Вот, и не замечают своих недостатков. Друзья, вы напрасно философствуете. Да, нам ничего. Надо просто слушать и развлекаться. Не, мы ничего не разумеем. Что мы и делали. Секунду, Сережа, вот что надо делать, а вы что-то там разводите, не пойми что. Просто к такому исполнению нужен видеоряд обязательно. Экзотическая певица. Сережа. Она просто веселится, она радуется жизни. Она спела вам то, что не споет больше никто. Давайте голосовать. Я говорю да. За экзотику, за своеобразие, за свои нравия. Вот за то, что она такая. Я кажу ни тобі, и соседову. Я тоже говорю да. Спасибо большое. Ира. Вика, вы же учитесь на менеджера туристической компании, да? Да. Вы знаете, я вам скажу, нет, вам это просто не надо. Знаете, для меня главное петь, я хочу очень сильно петь. Подождите, дайте я скажу. Я могу и на французском спеть, я могу и на итальянском спеть, А я сейчас пришла, чтобы добиться чего-то. Вы очень сильно хотите? Да. Поэтому я сюда приехала. Да простят меня зрители, которым придется сидеть еще на 15 минут дольше. Да простят меня мои коллеги. Спойте нам песню с «Титаника». Маленький кусочек. Every night in my dreams I see you, I feel you. There is how I know you. Go on. А теперь громко. Across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Ні, far, wherever you are. Все. Надо брать, Ира, надо брать. Вика, нет. Нет? Нет. Почему? Ну почему? Я вот не понимаю. Я занималась вокалом, я тоже вот в музыкальном колледже училась. Я не понимаю, почему нет? Куплет вы сейчас пели в одной тональности, а припев вы спели фальшиво. Извините меня, пожалуйста. Мне не хватило души, эмоций, честности, чего-то настоящего и вот всего того, по сути, чем должен обладать артист. Ну, я могу разный, если меня... Виктория, ведь расклад мог бы быть и другим, да? Вот если бы, например, все четыре тебе сказали бы «да», ты бы была против? В этом случае ты уважала бы мнение судей? Ну, конечно. Ну вот, а расклад получился иным. У тебя два «да», два «нет», и здесь ты начинаешь противиться. То есть ты не уважаешь... решение судей. Для тебя судьи не авторитет. Для тебя те, кто сказали «да», это хорошие ребята, а те, кто сказали «нет», это не очень хорошие ребята. Нет, ну просто мне стало интересно, Интересно, а нам работать нужно. Ты понимаешь, в чем дело? То есть ты не уважаешь правила игры. Если ты хочешь показать, что ты девушка с характером, прояви сейчас силу, мужество, наберись терпения и стойко прими вот этот вердикт, который озвучен людьми, имеющими авторитет. Не просто так сюда поставленными. Решать. Судьбы таких, как ты. Да, это обидно, да, это слезы, да, ты себе по-другому представлял развитие событий, но случилось так. И если ты уважаешь Сергея Соседова, который сказал тебе «да», и меня, который тоже сказал тебе «да», то ты должна уважать нашу коллегу Иру Дубцову, которая сказала тебе «нет», и ее мнение решает сейчас. Ты должна покинуть сцену прямо сейчас. Спасибо тебе, что была с нами. Пожалуйста, покинь сцену. Я не представляю, что это за судьи такие. Я вообще не представляю. Они, наверное, вообще не представляют, вообще не имеют представления. Хоч якось заспокоїти невтішну дівчину намагається наша ведуча. Моя девочка, ты чудесная, очень красивая Оксана, девочка. Как это можно и поешь чудесно-пречудесно. Я сама очень сильно расстроилась. Я просто в абсолютном недоумении, ты знаешь. Это я вообще тоже, если это Кондратюк ничего не понимает в этой допустимой индийской песне, то не надо губы бить. Мама ж Виктории, схоже, планує оскаржити суддівське рішення.
Еще на 30 языках она поет. Не на 30, на итальянском. Не на 30 языках. И 30 итальянский, этот, и французский, индийский, турецкий. Она разные песни поет. Как это ж вообще разнообразно? Такой дар отправить домой. Это что, дурдом? Уже закончилось для нас телешоу.